Так, на які ти ставиш? Уже зараз були порушення наші конституційні права. Порушені ваші права? Народ, єдине джерело влади, повинен мати право бути присутніми на всіх засіданнях органів влади. Засідання органів влади. Робочий час, ви посадова особа, Різниченко посадова особа, ви прогулювали роботу, чи ви робочу нараду вели. А в такому разі ми маємо право там бути присутні. Прес-конференція 15.30 буде по цьому питанню. Підписано нове коаліційне соглашення, під коаліційним соглашенням поставлено 35 подписів. Туда вошли члены УКРОПа в полном составе члены партии «Самопомощь» и часть оппозиционного блока. Официальная презентация будет в 15.30 в Белом зале. Цена вопроса какая? Цена вопроса. 50 тысяч долларов. Белый зал, Белый зал не Пропетровский горсовет. А почему вы предпочли здесь собраться? Призывы пригласил губернатор. Для того, чтобы упорядочить ситуацию. А чего вы прессу не запустили? Чего? Ну, мы же не гости. Вы знаете, ко мне было такое, чтобы хоть раз, хоть один раз ко мне в кабинет не попала пресса. Я же здесь не хозяин. Хозяин здесь губернатор. А охоронцы, которые ваши стояли, они же вхали журналисты. Их Гогана обвязали. Они сказали, что это вы провели. Я прошу прощения, у нас наших, охоронцев нету. А что сказали Ога, что это пришли с... Ну, у нас нет охоронцев. Пожалуйста, в 15.30 у нас никто ни за что не голосовал. Не проводилась никакая сессия. Собралась группа депутатов, которая обсудила вопросы между собой. Никто не было никакой ни повестки дня, никто не проводил никаких выездных заседаний сессии. Сессия запланирована на понедельник, в понедельник она произойдет. Собрались депутаты, между собой поговорили, обсудили, заключили коалиционное соглашение. Точка. Все. А скажите, пожалуйста, как тогда будет с предвыборными обещанками, что жодного від ОБ не выйдет, как это оппозиционный блок вы так взяли? А вы видите, какая у нас ситуация происходит уже на протяжении нескольких месяцев. У нас бюджет не принят, регламент не утвержден, город, работа города парализована на сегодняшний день, ситуация безвыходная. Скажите, пожалуйста, какие посады запропонували по блоку? Никто никаких посад никому не запропонував. Вони не займуть посад? Нет. Нет. В 15.30 на все вопросы... Деватов не брезгли тушками? Пока нету. А мэр не даст нам комментарии? Я думаю, если захочет, даст, конечно. Дозвольте маленький комментарий.